Так, посмотрим, что за парк у нас тут. Национальный. Разные цветочки, завиточки растут. Здесь даже надписи есть. Хердана или Жердана. Вот. Парк у нас. Ты понимаешь, что тут деревья эти? Что да. Какое? Что какое дерево? Угу. Вот табайба. Табайба? Табайба дульче. Табайба дульче. Это табайба. По-моему, ее козы едят, нет? Не знаю. Табайба дульче. Так, тут у нас закрыто. Значит, нам в ту сторону получается продолжение. Вот здесь вот все фотографируют, наверное, здесь что-то важное. Какие-то цветочки. Ох, ничего себе, вот это на самом деле прикольные цветы. Сейчас сначала вот это посмотрим. Очень необычный, кстати, цветок. Вот животный какой-то с клювом. Вот так вот, если посмотреть. Во. Вообще прикольно. Или вот так вот. Да, цветочки интересные. Блюма медиа. А, сатурин. А, аминазия вегетал. Аминазия вегетал. Вроде называются эти интересные, своеобразные, красивые, необычные цветы, которые я лично в жизни вижу впервые, не знаю, как вы, друзья. Но я таких не видел растений. Не видать, они только здесь, на Канарских островах, хотя, наверное, еще где-нибудь растут. Сейчас фоткаться? Давай на твой голову. Я же, меня лишили фотоаппарата в первый же день. А я как... Сашка потерял фотоаппарат в аэропорту Мадрид. Ну ты чего? Так, посмотрим, что у нас тут. Красивый парк. Чисто цветочки. Ботанический какой-то парк, в общем. И пугало свое стоит. Чтобы кому надо, кому не надо, точнее, не лазили тут. Unusual cars. Здесь только автомобили, говорит. Если я его правильно понял. Да, красивые видончики. Улица, видите, она как бы две, но на самом деле вот здесь вот еще можно поместиться две. Но в основном вот эта вся дорога очень сложная для двух машин. То есть постоянно приходится взад-вперед. Кто вот сейчас ехал, взад-вперед гоняли. Какие-то интересные, видите, вещи. Лас Пистас,
Дель Клима. Не знаю, для чего эта штука. Вот она, для каких-то специальных движений. Непонятно каких. Это не крутится. Просто она вот так вот зависла и все. Может быть, она этот ловит. Здесь какие-то меридианы, какие-то измерения проходят. Вот 15, 9. В общем, на самом деле, я по правде говоря, понятия не имею, что это. Но что-то это измеряет. Если вы знаете, что это такое, anzor.tv. Там вот оставляйте свои комментарии. Ой, это хорош. Ой, хорош, хорош. Хорош. Смотри, какой. Маленький, такой теплый. Такой, что-то он какой-то мяукает. Ой, ну все, все хорошо. Устал. Замучился от канарской жизни. Птички, невелички. А? Крякает? Крякает. Крякает. Одну траву. Давай. Она очень вкусная трава. Надеюсь, она не этот. Нормальная? Давай. Подхожу ближе, понимаю, что это пион. Пион, он вот такой, у него ярко-желтые сердечки, вот такие вот ромашки у него. Вот здесь я чувствую уже какой-то запах. Нет, нет, трава, это там. Я, кстати, где-то огурец. Что это они тут делают? Смотри, какой огурец на шнурке. Я сначала подумал, что это змея. Змея? Ух ты, ничего себе. Отсюда, кажется, что под змея или ящер. Даже на кукурузу, больше похоже. Да? Это огурец, непонятно. Ну куда? Ну не рви такой вот, а сейчас штрафуют на 300 евро. Не, рвать мы его не будем, конечно. Какой рвать-то, что здесь? Самое интересное, что вот его пусты вот здесь валяются. Да? Я вот тут съел. Где-то кто-то погрыз его. Сожрал, может там семечки? Точно, это, наверное, этот кот его съел, поэтому он такой меланхоличный, в общем, непонятно. Видел его заточку кота? Он после этой кукурузы уже не в адеквате вообще. Или он вот это погрыз, что-то он из этих вещей погрыз точно. Понюхаешь, хочешь понюхать траву? Давай. Давайте сами посвет, скажем. А вот еще собачки у них. А здесь они носятся, и собачки, здесь коты. Здесь они добрые. Притом они все едят, эти местные. Они поэтому, наверное, такие добрые. Потому что они под кайфом все, после этих цветов. Да, все под травами. Так, что тут нюхать? Вот это надо. Вот это? Который понюхал. Вот это? Да, только так очень близко понюхай. Угу. Цветы по-другому пахнут, а сама трава. Цветы тоже вкусно пахнут. Ну да, прикольно. Нет, тут не пахнет, кстати. Вот здесь вот пахнет, где-то больше. Здесь много было. Где-то нюхала, был такой хороший запах. Слушай, исчез запах. Да. Ну пойдем. Забрал этот кот забрал. Так, пойдем, я хочу на зарядку поставить. Там кафешечка есть. В общем, вот такой парк у нас. А что там? Розетка есть там? Если розетка есть, можно и здесь поставить. Ну там шоп какой-то. Магазин что-то. А, магазин здесь даже есть. Просто там кафешка, там можно поставить. Есть? Ага, точно. Да, сейчас поставлю. Интересные вещи тут. Они продаются, кажется, даже. Да. Такой с
своеобразный музейчик маленький. А не видишь, вот здесь показано, как они их делали. Так, ладно, друзья, сейчас будем выключаться. Вот такой, в общем, парк. Находимся на острове Ля Гомера. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.